юнацы, гости нашего города. Славную дату отмечают в этом году россияне. Это 850-летие столицы нашего Отечества Москвы. Этой дате посвящен краевой праздник искусства и спорта, который открывается сегодня марш-парадом духовых оркестров. В марше-параде оркестров участвует детский духовой оркестр села Архангельского Буденновского района, дирижер Григорий Филюков. Бывают закаты и зори, проходят цари и вожди, меняется радость и горе, но все у тебя впереди. Тебе ли всю жизнь не грозили, летели стрела и молва, открытое сердце России, хранимое Богом Москва.